Не открыть. Медальон. Огородно! Fire!
Misha. Thank you.
¡Un forastero! Еще.
al forastero. Это здесь.
Что за шум? Ahí va eso. Больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! Святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит. Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Сера. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую сеньориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят сеньориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Слушай,
куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Гнездо. Это Кондор-1. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Я сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Мои вещи.
Это мое. Незнакомец, иди сюда. Кто это? Ну что, давай поторгуем, да? Привет. Ты молодец, друг. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Готов купить почти все. Спасибо. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Я продаю много отличных товаров, чужак. Доброго пути. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Драгоценность – славная сделка. Хорошо, держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Thank you.
О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? У меня еще приходи в любое время.